Части Красной Армии, Кавказа, отряд автоматчиков-альпинистов. Самолеты бесперебойно доставляют военные грузы. Пехота накапливается для атаки. Ксин вводит в бой свои танки. Вглубь вражеской обороны. Трупами нет. Танки и автоматчики преследуют отходящий путь нашего наступления. Командир гвардейской части применить военную хитрость. Бойцы бесшумно, малейшая неосторожность. С каждым днем приближались к вражеским проволочным заградам. Слышно фрицев. Но разведка. Большинство немецкой зоны отводили на отдых. 0-0. Расположение врага. По немецкому гарнизону засевшим и уничтожению блокированных гарнизонов противника. Сокольники перерезаны нашими частями. На путях остатки эшелонов. Грузы для немецкого 3-го немецкого охранного батальона. Его командир, майор, его вместе с майором. Бои за этот участок магистрали были жестокими. Энский опорный пункт немцев обороняли 3-й артиллерийский полк части 8-й дивизии. Они разрисованы всякими амулетами, эмблемами, на радиатовы счастья. Не помогли люди всех калибров. Шестиствольные минометы. 3-й пехотной дивизии 80-го знамя полка. Только на этом поле враг оставил 250 трупов своих солдат и офицеров.